приветствовать, дорогие мои друзья, на моем канале Домашний Кулинар. Сегодня мы по-быстрому с вами готовим два салата. Один из времен моего детства — картофельный салат, а второй будет весенний салат. Сейчас нам необходимы витамины, так что будем укреплять свое здоровье драгоценное. А начнем мы с картофельного салата. Итак, для картофельного салата нам понадобится сам картофель, лук, перец черный, соль. И будет один нюанс, о котором я вам расскажу чуть позже. Да, еще нам нужно будет подсолнечное масло. Ну что, вот в принципе вот этот салат уже готов. Но я вам еще, знаете, что хочу предложить, как мы делали раньше в детстве, в глубоком моем. У меня осталась вот консервированная рыбка. Сейчас мы ее растолчем и тоже добавим в салат. Обязательно попробуйте. И этот салат уже можно употреблять как отдельное блюдо. Ну вот, наш первый салат готов. Сейчас мы приступим ко второму салату. Для этого нам понадобится капуста, огурец, чеснок, редис, 4 яйца и зелень. Ну вот, мы все нарезали. Естественно, его надо немного присолить. Ну или как вы захотите, по вкусу. А в качестве заправки мы будем использовать ложечку небольшую горчички и сметану. И все хорошо перемешать надо будет. Салаты готовы. Желаю приятного аппетита!